По статистике, в 2022 году на территории Вологодской области погибло 26 детей. В первую очередь, риски, связанные со смертельными исходами при дорожно-транспортных происшествиях, при каких-то чрезвычайных ситуациях, а были случаи убийства детей и суицида. Конечно, на территории Вологодской области разработаны различные программы профилактики, в том числе и в летний период. Наши школы, учреждения дополнительного образования, колледжи, техникумы будут проводить различные программы, будут работать загородные лагеря, пришкольные лагеря. Дети будут заняты, но мы помним о том, что без внимания родителей нам детей от беды не уберечь. Заканчивается учебный год, начинаются длительные летние каникулы. Это очень радостное время для детей. Это может быть для родителей какое-то там, скажем, облегчение, меньше учить уроки. Но тут, конечно, в отношении безопасности детей, мне кажется, даже любой безопасности расслабляться не стоит. У нас многие дети поедут к бабушкам отдыхать. Да? Ну, кто-то в лагерь съездит, кто-то на юг съездит, но все равно не будут проводить время у бабушек. Я вот обращаюсь к родителям, ведь гибель детей – она на нашей родительской как бы совести, ответственности, потому что где-то мы не доработали, где-то не донесли, где-то не досказали. И самое главное – это то, что не допускать, чтобы дети находились у водоемов и не отдыхали без сопровождения взрослых.